Почти весь субботний день пятилетний Федя Петухов вместе с мамой провел в селе Лопатино. Ветеринарный центр, который там расположен, устроил для жителей области осенний праздник. Любой желающий мог погулять и поиграть с четырехлапыми обитателями, собаками самых разных размеров. Маленькие мне нравятся. И я вот, мне вот нравятся вот такие вот вытянутые. Вот такие вот длинные мне вот нравятся. Люди начали приезжать в ветцентр еще до официального начала праздника. Супруги Татьяны и Сергея Лукьянова решили погулять с двумя хаски – Марсом и Алмазом. С собаками этой породы общаться они умеют. Очень любим собак. У нас у самих есть собака, тоже хаски. Поэтому сегодня мы тоже гуляем с хаски, потому что имеем опыт. Вот. Ну и просто прекрасный день. Почему бы не подарить пушистикам вот такую прогулку? Как принято, в гости с пустыми руками не ходят. Многие посетители в этот день приехали с гостинцами для животных. Впрочем, сама прогулка для четырехлапых обитателей ветцентра – это уже большой подарок. Если одна собака выходит гулять, они же друг друга видят, даже там через стены. Стены хоть и глухие, но когда выводим, все, они ревнуют, они тоже хотят. Поэтому слышите такой лай. Мы их разделяем, они у нас стоят по 4, по 5 голов в вольере. Перед прогулкой каждую собаку обрабатывают средством от клещей. В такую теплую сентябрьскую погоду эти насекомые особо опасны. Какой пес выйдет на прогулку, решают сотрудники центра. В нем постоянно живут около 300 собак. Выгуливать ежедневно каждую из них у сотрудников просто нет возможности. Поэтому первыми в очередь встали те животные, которые не выходили за ворота ветцентра около 2 недель. Такой праздник для людей и животных здесь устраивают каждый год. Мы придумали его для того, чтобы у наших собак была возможность пообщаться с людьми, потому что, учитывая их количество, более 300, конечно, у нас нет возможности погулять с каждой собакой каждый день. А им очень не хватает этого общения. И, конечно, это большой вклад в развитие нашего социального направления, да, знакомство людьми, знакомство детей с тем, как нужно относиться к бездомным животным, вообще, как нужно взаимодействовать с собаками. Для нас это очень важная тема. Люди продолжали приезжать в течение всего дня. Гости праздника выгулили 66 собак. Один пес даже нашел себе хозяев и уехал домой. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.